자리가 많이 빈 관계로 앞쪽으로 오셔서 자리 채워주시길 바라겠습니다. Кажется, много народу еще к нам едет, поэтому все желающие могут пересесть ближе. 잠시부터 팔로 수교 26주년 기념 한국 문화 공연을 시작하겠습니다. 로비에 계신 분들께서는 행사장 안으로 들어오셔서 좌석에 앉아주시기 바랍니다. 휴대전화는 전원을 꺼주시거나 진동으로 바꿔주시기 바랍니다. Мы собираемся начать наш концерт, поэтому просим всех войти в зал, занять ваши места и выключить телефоны, либо перевести их в режим беззвучный. 안녕하세요. 저는 오늘 사회를 맡은 모스크바 한글문화학교 한국어 교사 전병택입니다. 옆에 사회자도 역시 한글문화학교 한국어 교사 바르타누시 가든지안스입니다. Сегодняшний концерт мы будем вести для вас вдвоем преподаватель нашей школы корейского языка и культуры Чонбёртек и я тоже преподаватель этой школы Гаджиан Спартануш. 그럼 지금부터 한러수교 26주년 기념 한국문화공연을 시작하겠습니다. Итак, мы начинаем наш концерт, посвященный 26-летию установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Российской Федерацией. 박수 한번 부탁드립니다. 네, 오늘 행사는 한국의 전통예술문화와 태권도, 케이팝, 그리고 아프리카 드럼 공연 등 약 50여 명이 준비한 11개의 공연으로 준비되어 있습니다. 오늘의 концерте примут участие более 50 артистов, которые приготовили 11 номеров очень разных жанров. Это тэквондо, корейские национальные танцы, музыка, кей-поп и даже африканские барабаны сегодня у нас будут. 굉장히 흥미진진한 무대가 이어질 것으로 생각됩니다. Очень надеемся, что вам понравится. 본 공연 시작에 앞서 모스크바 국립교육대학 빅톡 안드레이비치 로진 교수님의 축하 말씀이 있겠습니다. Прежде чем начать концерт, мы хотели бы попросить выступить с приветствием профессора Московского педагогического государственного университета Виктора Андреевича Родина. 돌아가게 друзья, дорогие слушатели, дорогие представители двух великих держав. Я очень горжусь тем, что оказался на этом вечере. И вот саму тематику вечера я представлял, но вот то, что у нас вечер знаковый, 26-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, это усиливает статус нашего вечера. И я этим очень-очень горжусь. В нашем университете теперь уже, можно сказать, лет 15-20 активно учатся представители многих стран Европы. Наиболее активно это представители Китая, а вот в последнее время она очень успешно учатся представители Южной Кореи. Я очень горжусь нашим контактом с Йосу Мином, который является магистрантом второго года нашего университета. Мы познакомились на одном из международных конкурсов московских. И с той поры мы вместе. Потому что познакомившись с его искусством самобытнейшим, с тем, что он восстанавливает древние традиции инструментального творчества, танцевального творчества, я понял, что это удивительный человек, который заканчивает в этом году магистратуру, и, безусловно, мы будем способствовать тому, чтобы он продолжил образование в аспирантуре. Это человек невероятных познаний в области этнографии, инструментального музицирования, необычного, вот инструмент, на котором вы будете сейчас видеть его игру, насколько мне известно, это результат многолетнего поиска инструментов. Инструмент уникальный, инструмент, который вызывает невероятный интерес, плюс еще костюм. То есть у вас создана картина
которая, быть может, без его участия могла бы быть утрачена. Я горжусь тем, что Йосовин пригласил меня. Я горжусь тем, что у нас многолетний контракт. Спасибо вам, что это сегодняшний вечер посвящен такой прекрасной дате. Добрый путь и всего самого-самого хорошего. Спасибо. Дальше. 모스크바 한국문화한글학교 및 러시아 한국문화공연협회 하종혁 회장님의 축하 말씀이 있겠습니다. Сейчас мы хотели бы представить слово для поздравления и приветствия директору Московской школы корейского языка и культуры и руководителя Московского сообщества корейского языка и культуры господин Ха Чонг Хёк. 만나서 반갑습니다. 저는 한국에서 온 하종혁입니다. Добрый вечер. Меня зовут Ха Чонг Хёк, и я приехал из Кореи. 벌써 러시아랑 한국이 교류를 맺은 지 26년이 됐는데. Как уже было сказано, с момента установления дипломатических отношений между Россией и Кореей прошло уже 26 лет. 저는 모스크바 한국문화한글학교 교장을 맡으며 한국문화공연협회 회장직을 맡고 있습니다. Также, как было сказано ранее, я являюсь директором Московской школы корейского языка и культуры и руководителем сообщества корейского языка и культуры в Москве. 오늘 바쁘신 와중에도 이렇게 참석해 주셔서 대단히 감사합니다. Очень хочу поблагодарить всех, кто, несмотря на свои дела, какие-то, может быть, которые нужно сделать перед Новым годом, пришли и смотрите наш концерт. 지금 비가 와서 많은 분들이 조금 늦는 것 같은데 계속 오고 계신다고 얘기 들었습니다. Кажется, из-за плохой погоды и пробок много народу еще не пришло и постоянно прибывает. 한국 문화 공연에는 다양한 것들이 있는데 오늘 그 많은 것들을 여러분께서 러시아 분들께서 좋은 경험으로 체험을 해보시기 바랍니다. Я надеюсь, что в ходе сегодняшнего концерта вы сможете познакомиться с разными видами корейского искусства, и для вас это будет хорошим опытом. 그리고 잠시 감사를 좀 드리고 싶은 분들이 계십니다. Также я хотел бы еще поблагодарить людей, которые сегодня пришли. 좀 많이 부족한 가운데서 흔쾌히 지금 개인적으로 우리 한국 기업으로 러시아에 나오셔서 지금 저쪽 뒤에서 커피로 봉사를 해주시는 분들이 계십니다. 윤민교 서혁찬님들께 정말 감사드립니다. Также я хотел бы благодарить наших бариста, которые сейчас, пока мы входили в зал, готовили для всех кофе и делали атмосферу здесь еще более теплой. 공짜니까 많이세요. 그리고 다시 감사드릴 분이 계십니다. 바쁘신 와중에도 우리 러시아 국립교육대학교 엠베게우 우리 교수님께 너무 감사합니다. 빅터 안드레비치 아무쪼록 좋은 시간 되시길 바라면서 즐거운 시간 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 감사드립니다. 첫 번째 공연은 대한민국 하면 빠질 수 없는 무대입니다. 사물놀이 공연으로 무대를 열겠습니다. Сегодняшний концерт мы откроем номером, который, наверное, ассоциируется с Кореей при ее упоминании. Это самульнори. 러시아 한국 전통 연희단 아라사 팀의 문굿 공연이 있겠습니다. Перед вами выступит российско-корейский коллектив Араса с номером Мунгут. 큰 박수 부탁드립니다.
барабан. 네, 정말 신명나는 무대였습니다. Было отличное выступление. 한국의 전통 악기인 꽹가리, 징, 장고, 북의 울림이 한반도에서부터 이곳 러시아 모스크바의 여러분 가슴까지 뜨겁게 달아오른 무대였습니다. 또 звуки корейских барабанов не оставят равнодушными никого ни в Корее, ни в России. 두 번째 순서는 한국 가곡 공연입니다. 총 두 곡이 준비되어 있습니다. Следующий коллектив, который выступит на нашей сцене, это коллектив Кымган, коллектив корейской песни, который подготовил для нас два произведения. 90년대 한국에서 많은 사랑을 받아온 곡이죠. 실갑산, 만남 두 곡을 모스크바 한국 가곡팀 금강이 공연하겠습니다. Оба эти произведения были очень популярны в Корее в 90-е годы. Итак, встречайте коллектив Кымган с песнями «Чильгапсан» и «Маннам». 큰 박수 부탁드립니다. Давайте поприветствуем.
네, 정말 가슴이 따뜻해지는 무대였습니다. После такого выступления и на душе теплее становится. 다음 순서는 한국 전통춤입니다. 한국 사람들한테도 어려운 한국 무용을 러시아인 그리고 우리 재외동포인 고려인분들이 추신다고 합니다. Следующий номер в нашем концерте – это корейские национальные танцы. Говорят, что даже корейцам это тяжело танцевать, а в нашем концерте выступит коллектив, который состоит из русских девушек и этнических кореянок. 하늘세팀의 한국 무용을 보시겠습니다. Перед вами выступит коллектив Ханельсе, что в переводе означает небесная птица, номер с веерами. 큰 박수 부탁드립니다. Давайте поприветствуем.
네, 예쁜 한복을 입고 춤추는 모습은 언제나 아름다운 것 같습니다. Танец в национальных костюмах всегда выглядит очень впечатляюще и красиво. 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. Давайте еще раз к вам поздравляем. 요새 젊은이들 사이에서 세계적으로 K-POP 열풍이 뜨겁게 불고 있죠. В последнее время среди молодежи по всему миру распространяется такая волна, как K-POP. 그 열풍이 이곳 모스크바에까지 불고 있습니다. Эта волна накрыла и Москву в том числе. 스프링 아일랜드 팀의 Finger Sticks 공연이 있겠습니다. И перед нами выступит команда Spring Island с номером Finger Sticks. 큰 박수 부탁드립니다.
такой энергичный получился номер. 이어질 무대는 특별 게스트 무대입니다. 아, следующий наш выступающий это специальные гости нашего концерта. 러시아에서 아프리카 드럼을 알리고 활발하게 활동하고 있는 Sun Drums 팀의 공연입니다. Это коллектив Sun Drums, который в России занимается продвижением игры на африканских барабанах. 저는 개인적으로 아프리카 공연을 정말 좋아하는데요. 이번에 아프리카 드럼 공연을 처음 보는 거라 굉장히 기대됩니다. Сегодня я на самом деле в первый раз услышу и увижу, как играют на африканских барабанах, поэтому мы все в предвкушении. 큰 박수 부탁드립니다. Давайте поздравляем.
기대했던 것 같이 신나고 멋진 공연이었습니다. Как и ожидалось, выступление было очень энергичным и зажигательным. 다음은 조금 파이팅 넘치는 공연 준비되어 있습니다. 바로 태권도 시범 공연인데요. Сейчас мы хотим вам показать что-то по-настоящему мощное. И, конечно же, это выступление тэквондо. 한로 태권도 옆에 진태회에 태권도 시범이 있겠습니다. Встречайте, русско-корейская ассоциация тэквондо, 진태회. 큰 박수 부탁드립니다. 나라님 박수.
потрясающее выступление. 네, 정말 감명넘치는 무대였습니다. 이어서 다시 한번 신나는 K-POP 무대가 이어지겠습니다. А сейчас перед вами снова выступит коллектив K-POP. Spring Island의 Мумбая, Рихана, Микси입니다. Коллектив Spring Island, Танец, Мумбая. 큰 박수 부탁드립니다. Давайте поаплодируем.
네, 다시 한번 감탄할 수밖에 없는 멋진 무대였습니다. Глядя на это выступление, не остается ничего, кроме того, чтобы еще раз ими восхититься. 마치 여덟 마리의 제가 마치 여덟 마리의 제가 날아다니는 듯한 공연이었습니다. Девушки действительно летели, словно птицы по сцене. 예, 그리고 점점 더 무대가 뜨겁게 달아오르는 것 같습니다. А у нас все продолжается. 다시 한번 신명나는 무대를 만들어 가겠습니다. Мы покажем вам еще одно выступление. 러시아 한국 전통 연희단 아라사팀의 사물 판굿이 이어지겠습니다. Это второе выступление коллектива Араса с номером Самуль Панкут. 큰 박수 부탁드립니다. Встречайте.
내가 저기 한국부터 러시아 마스크까지 체질을 부르고 나오는데 예, 어떤 체질이 아니 잘하면 살판 못하면 죽을 바늘이라고 해서 살판이라고 하는 것이로다. 한한박이 원하니 오뉴월이가 몇두개가 벌쩍벌쩍 되듯이 앞군트로부터 한번 해보는데 아 이번에 러시아 말만 하는 건가? 야스카슈가 놔두고 이치원이 못하여 시차스파카슈 답안하는 이르쇼바이 보이듯이 샤스파카슈 뻗 이나트리오께 시차스파카슈 답안드리오 사마무스트라하시나 я прикрою глаза, а вы хлопайте в конце, если вам понравится. Ча, не рукита. Эх, давай на яре, бай. Эй, поехали. Thank you.
네, 보통 이럴 때 한국에서 흥이 나서 어깨가 들썩들썩거린다고 하는데요. 저도 중간에 어깨가 들썩거려서 춤이 저절로 나오게 만든 무대였던 것 같습니다. Корее обычно после таких номеров говорят, что даже плечи в пляс пошли. Но пока мы смотрели этот номер, что-то подобное и с нами происходило. 다음은 모스크바에서 열린 통일 창작 학술제 콩쿠르에서 우수상을 받은 무대입니다. А следующий номер, который будет представлен в концерте, это номер, который получил приз на конкурсе, посвященном объединению Северной и Южной Кореи, проводившемся в Москве. 한국 음악과 클래식이 함께하는 무대인데요. 차이콥스키 음대 출신 피아니스트 이정수 군과 아라사 팀의 합동 무대, 아라사 프론티어의 크로스오버 공연이 있겠습니다. Это номер, в котором корейская национальная музыка сочетается с классической. Соответственно, его подготовили выпускник Московской государственной консерватории имени Чайковского и Чон Су и участники коллектива «Араса». Встречайте «Араса Фронтия».
네, 정말 기대했던 대로 엄청난 무대였습니다. Как ожидалось, действительно было изумительное выступление. 특히 피아노를 치는 이정수 군의 표정이 압권이었던 것 같습니다. Ну и, конечно, бесподобным было выражение лица нашего пианиста. 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. Давайте еще раз аплодисменты. 아쉽게도 이제 마지막 순서가 되었습니다. К сожалению, наш концерт потихоньку подходит к концу. 한국의 대표 민요 아리랑 합창 무대가 이어지겠는데요. 자리에 앉아 계신 분들도 같이 따라하시면 좋을 것 같습니다. И осталось последнее выступление – это народная корейская песня «Ариран». Я думаю, что те, кто знают слова, могут с нами петь. 아리랑입니다. 큰 박수 부탁드립니다. 아리랑.
네, 오늘 참석해 주셔서 정말 감사드립니다. Большое спасибо за то, что вы все сегодня пришли. 돌아가신 길 안전하게 귀가하시길 바랍니다. 감사합니다. Спасибо большое. 그리고 마지막으로 구경 촬영을